субботу на аэродроме возле Батюшкова собрались участники необычной патриотической акции в поддержку российской армии. Пилоты Дмитровского аэроклуба «Паралет» получают от руководителя клуба последний инструктаж перед полетом. Ну, весь личный состав Российского военно-исторического общества поддерживает нашу спецоперацию, нашей страны, нашего правительства по освобождению Луганска, Донецка, по освобождению мирных жителей. Хочу заметить, мы не против Украины, мы не против украинцев. Мы против нацистов, националистов, мы против уничтожения людей. Участвуют в основном пилоты клуба, они с Москвы, с Московской области, с Дмитровского района. Они хотят своим участием поддержать нашу спецоперацию. Три легкомоторных самолета и четыре паралета пролетят над Дмитровским округом с флагом Российской Федерации Георгиевской лентой. Организаторы патриотической акции – Дмитровское отделение Российского военно-исторического общества вместе с администрацией нашего муниципалитета. Самое главное, какое правило сейчас для Максима? Для Максима все выложить из рук и держаться. Ага. На взлете и на посадке. Понял. Ну, все. Вот оно висит нормально, да? Смотри, Максим, тебя сейчас не должно стягивать, сутулить. То есть они должны быть нормальны. Самое основное – это брюшной ремень. Вот его ты должен ощущать. Ага. Вместе с участниками акции полетели и корреспонденты молодежной редакции телеканала «Вечерний Дмитров» со съемочной аппаратурой. Максим Лукьянов на паралете, Николай Кафанов на самолете. Маршрут полета через Деденево вдоль канала до Дмитрова и обратно. Таким оригинальным способом дмитровские патриоты выразили свою поддержку российской армии и спецоперации, которую она сейчас проводит на Украине. Напомним, ранее патриотическая акция в поддержку российской армии прошла на главной площади Дмитрова, когда участники акции, держа над головой флаги России, растянули символ победы – 50-метровую георгиевскую ленту в форме буквы «З». И на Перемиловской высоте в Яхраме, где монумент героям битвы под Москвой был облачен в гигантскую георгиевскую ленту. Акцию поддерживаю, как бы, и я очень рад, что принял в ней участие, особенно в таком нестандартном формате. Ну, не то, что там собраться просто на площади, а прям пролететь где-то, с такое что-то прям сделать серьезное. Это прям, да, мощно.